А может, поменяемся местами и обойдем сцену вокруг перед вторым куплетом? О, хорошая идея! Да и откуда в них столько сил на все это? Ты жалеешь об этом? О том, что стала айдолом? Нет, но я все равно не подхожу для подобного. Не выйдет из меня хороший айдол. Но ты хорошо поешь. Почему ты так не хочешь быть лидером? Быть лидером? Ведь значит быть лицом группы. А эта роль все же не для меня. Мне кажется, что ты великолепна. Знаешь, мне все только это и говорят. Ты трудолюбивая и всегда бегаешь и поешь по утрам. Ты переживаешь из-за своей грубости. Ты больше радуешься, когда хвалят твою работу, а не саму тебя. И ты ненавидишь перец. Что? Ты так много обо мне знаешь? Ничего себе! Ты что, неужто мой фанат? Это так. Да ладно, шутишь? Я же не говорила, что действительно не люблю перцу. Удивлена, что ты знаешь. Когда я пела про перчики, все время приходилось их есть. Теперь даже смотреть на них не могу. Как тебе не повезло. Кажется, будто я вот-вот влюблюсь в него. Может, ну этого Акву и начать встречаться с ним? К тому же он столько зарабатывает. Почему бы и нет?